Берегите детей. Республиканская акция ГАИ стартовала в Лиде. До середины января дорожные инспекторы в часы пик будут дежурить у школ и дошкольных учреждений, проверять наличие детских автокресел и следить за правилами пресечения проезжей части. По данным госавтоинспекции, в прошлом году на Лично произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних. Гибели детей не допущено, однако отмечается рост числа травмированных. В большинстве случаев участниками аварии становились дети-пешеходы. С автолюбителями инспекторы проведут профилактические беседы, а также посоветуют быть максимально внимательными во время движения рядом с учебными заведениями. Акция «Берегите детей» пройдет до 14 января включительно. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка в возрасте до 5 лет. Детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств, бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидениях, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных в конструкциях транспортного средства в возрасте от 5 до 12 лет. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без специальных удерживающих устройств в случаях, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. Кроме того, сотрудники ГАИ призывают водителей учитывать погодные условия. На скользкой дороге следует быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. На уборке улиц от снега задействован весь автопарк техники. Наряды ДПС в круглосуточном режиме обеспечивают сопровождение спецмашин.